Здравствуйте, меня зовут Андрей Лебедев, я функциональный архитектор компании Кадерлайн. Я хочу пригласить вас на курс подготовки аналитика 1С. Чему мы учим на курсе? Вы должны очень четко представлять себе, во-первых, что это такое 1С. Я догадываюсь, что у многих из вас какой-то опыт использование того или иного продукта 1С существует, но этого немного недостаточно. Вы должны понимать общий спектр возможностей 1С, и мы показываем вам, как выглядят эти программы, что они умеют делать, какие задачи они умеют решать. Вы должны уметь находить общий язык с пользователями, задавать им правильные вопросы, получать и интерпретировать те ответы, которые они дают. Как это делать? Вот саму технологию, и об этом мы тоже расскажем. Вы должны понимать, как выстраивается сам проект внедрения 1С. Чаще всего используется так называемый подход водопад, waterfall. И именно эту технологию поэтапно, что надо сделать, какие документы оформляются, вот это все мы постадийно проходим. Мы рассказываем о том, как описываются бизнес-процессы. Мы рассказываем о том, как создаются технические задания и тестируются доработки. Ну и, наконец, своего рода бонус, мы залезаем в среду разработки и немножечко краем глаза показываем те действия, которые программист делает в системе. По сути дела, вот такое микроприложение 1С мы в самом конце курса создаем. Ну, создаю я, но создается в таком демо-режиме. Но тем не менее, все действия, которые там осуществляются, вы видите. Программа достаточно большая, но при этом очень интересная. Ждем вас на курсе.